давние-давние времена, когда в моде были длинные бороды, один гениальный изобретатель поразил мир своими невероятными идеями. Кстати, если вы не догадались, тем изобретателем был я. А это история о том, как Леонардо да Винчи познал величайшую тайну жизни. От создателей Рататуя. Короли вот-вот будут у нас. Мне нужно что-то гигантское. Все эти идеи очень опасны. Богохульство! Я бы сказал, до смерти. В атаку! Это любопытно. Мир всегда был непрост. Даже для нас, изобретателей. Он с ума сошел. К тому же вечно найдутся глупцы, которые не видят дальше своего носа. Почему ты не можешь просто рисовать красивые картинки? Ну вот опять. Выше нос, маэстро. Мы вам поможем. Очень сложно быть гением среди обычных людей. Но я решил бороться за свои мечты. У вас есть план идеального города? Это невероятно! В компании настоящих друзей мы отправились навстречу новым знаниям и вместе совершили удивительное открытие. Да чтоб тебя! Сколько можно болтать об открытиях? Ю-ху! У меня от этого даже в животе урчит. Даже Микеланджело согласен со мной. Бе. Волшебное приключение да Винчи.